Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала и постоянные зрители. Сегодня мы будем делать ритуал, который очистит и защитит тех, кто выступает нашим щитом. Очень часто, когда кто-то делает ритуал, в нашей семье близкие могут оказаться щитом. То есть это могут быть дети, которые взяли на себя. Бывает любимые люди, бывает, наоборот, родители. То есть, вроде бы сделано на одного члена семьи, а на самом деле страдает и ловит это все кто-то другой. А также щитом могут оказаться животные, домашние, любимцы, которые связаны очень сильно с нами. Бывает, что это какие-то цветы домашние, бывают растения, то, что у нас во дворе. То есть все, что выступает щитом, именно страдает. То есть не та защита, которую мы выстраиваем, а именно те, кто ловит негаданно, нежданно и страдает от того, что нам кто-то что-то сделал и нас защищает. Вот здесь мы очистим этих людей и поставим защиту, чтобы наши близкие, родные не страдали от того, что нам кто-то желает что-то недоброе, воздействует магически, энергетически. Вот это все мы очищаем. И, как всегда, я говорю, поставьте свечку рядом, поставьте водичку рядом. Пусть все близкие попьют этой водички, пусть каждый цветочек полейте и помойте дом с этой водичкой. Ну, то есть вы поставите какую-то емкость и потом в другую воду будете добавлять помаленьку, и это будет срабатывать. Вот. Такие вещи надо сделать не меньше 3 раз, но не за один день, а это делать раз в 3 дня или даже раз в неделю. То есть вы снова смотрите видео, снова заряжаете воду, ставите свечу, которая догорит. Вы можете с этой свечой, которую вы просмотрели, она еще горит, пройдите по дому, поставьте в том месте, где вы собираетесь, например, на кухонном столе. Вот, вот такие советы. И сейчас мы маятником поработаем. Маятник нам покажет, все ли готово для того, чтобы работать. Сегодня у нас солнечное затмение. И на солнечное затмение мы будем делать чистку. И все темное пусть уходит в солнечное затмение. Смотрите, как маятник активно прям закружился. Мы его очистим свечой. И сегодня у нас символизировать то злое, злые сердца. Мы будем делать слив на злые черные сердца. Отворачивать их от нашей семьи и от нас самих, и от тех, кто делает нам защиту. Это чистка не просто всей семьи от какого-то там общего негатива, а именно вот когда кто-то, вы можете выступать защитой. Турмалин. Турмалин, вы знаете, это камень очищающий. Так. Ну вот. И будем сегодня чтобы чистка у нас прошла мощно, мы будем использовать олово. Металл работает очень сильно. Я еще приготовила соль. Кстати, тоже можете ставить соль. И можете еще, я рекомендую, что-то блестящее. Какой-нибудь браслетик, какую-нибудь подвесочку. Это может быть бижутерия, но она должна быть яркая. Какая-то или отражающая. Так, приготовили вот олово.
Итак, Наулова, собираем. Тут негатив. Черные сердца, желающие нам недоброе. Мы обнуляем ваше воздействие. Очищаем всех, кто выступает нашим щитом. Очищаем всех, кто поймал не свое, да и свое. То есть мы очищаем и от того, что сами поймали, или кто-то из наших поймал, и всех, кто стал щитом. В первую очередь мы очищаем тех, кто сработал как щит. Мы благодарим тех, кто нас защитил и сработал как щит. И очищаем благодарность этих людей или животных, или это цветы. И сделаем слив. Мощный слив. Забираем, очищаем всю энергию, которая была отдана, негативная. Мы ее сюда всю соберем, сольем, сожгем, сплавим, очистим. А те, кто делает, их карма, она предопределена. Очищаем все черные сердца. Очищаем все черные сердца. Меня часто спрашивают, почему у меня заговоры такие простые. На самом деле, самое главное — это внутри чувствовать то, что происходит внутри. И самое главное, что я делаю внутри себя. Через меня идет очень много энергии, и то, что я показываю вам, то, что делаю, это, так скажем, внешние проявления моей работы. Работаю с духами металла, с духами огня, с духами воды, с духами земли, с духами воздуха. Благодарим всех духов, которые сейчас здесь, здесь и сейчас. Очищаем, очищаем энергетические щиты. Очищаем, обнуляем воздействие черных сердец. И для того, чтобы, так как эти щиты мы убираем, для того, чтобы ничего не прилетело уже тем, кому наслано и послано, очищаем. Очищаем все негативное воздействие от магов, ведьм, недобрых лиц, просто тех, кто распространяет недобрую энергию. Черные сердца. Черные сердца с злыми мыслями. Черные сердца с злыми мыслями. Очищаем. Ставим металлическую защиту. Сейчас мы будем это делать, слив одновременно. Это будет металлическая защита. Металлическая защита от недоброго сглаза, от недоброго слова, от недоброго действия, от недоброго сглаза, от недоброго слова, от недоброй мысли, от недоброго действия. Металлическую защиту ставим. Недоброго сглаза, черных сердец, черного слова, черного глаза, черного действия. Черного действия, черного слова, черной мысли. Очищаем, обнуляем все черные дела. И тех, кто выступил нам щитом, мы благодарим их за то, что они взяли на себя то, что не для них было предназначено.
Дай Бог, чтобы им за это воздалось с почестями. Подарки, лучшая жизнь, доброе знамение, выздоровление, светлая энергия. Обнуляем черные сердца, ставим защиту от черных сердец, черных мыслей, черных слов, черных действий, черных пожеланий. Пусть добра в мире будет больше. Пусть добра в мире будет больше. Пусть добра будет в мире больше. Пусть добра будет в мире больше. Пусть добра в мире будет больше. Очищение появляется. Очищаем. Ну вот, посмотрите, что у нас тут. Напишите, что вы увидели во всем этом. Что вы увидели во всем этом. Посмотрите, вот они. Из чего они делают, понимаете? Из зависти, из своей слабости, из своей неудовлетворенности. Ведь счастливый, удовлетворенный человек, он не будет всем этим заниматься. Он и так счастлив. Его не беспокоят другие люди. Он счастлив за других. Дай Бог. Будем счастливы за тех, кто счастлив. Поможем тем, кто в беде. И сделаем их хоть чуточку счастливее. Подарим улыбки. Может быть, руку помощи протянем. Они добрые люди. Им надо решать свои психологические проблемы в первую очередь. Ведь просто так злыми не становятся. Я, конечно, понимаю, что если вы знаете, Иисус говорил, что люди изначально не рождаются злыми, они становятся по каким-то причинам, это мы можем понять. Но мы можем все равно как-то исправить тот мир, где так много недоброго, и это недоброе создает еще недобрых людей. Давайте мы будем создавать добрых людей вокруг себя своими делами, мыслями, добрыми. Мы будем создавать добро вокруг себя. Благодарю вас.